Спасибо. Где тут Кага? Волею Сильвануса древнего дуба всякая смерть порождает жизнь. Люк? Сейчас, погоди. Мне показалось, ты Хальсин. Кабан подпрыгивает вокруг, нетерпеливо напрягая и расслабляя ляжки. Где Хальсин? Он мне подружку обещал. Видите, у нас опять еще уровень. Что происходит? Эти талантливые воруют, оставьте их в покое. Так. Заклинания. Блока кинжалов. Хочу. Блока кинжалов. Или что-нибудь на деф. Такое на... Нет, давайте. Нет. Валяющий... О, огонь так огонь. Договор цепи. Заручается помощью фамильяра волшебного духа, принимающего облик по вашему выбору. Это может быть животное, бес или квазит. Договор клинка. Вы можете призвать оружие договора или связать уже имеющееся, превратив его в магическое оружие. Оружие договора использует модификатор заклинательной способности. Можно несколько раз диалог начинать, даже после того, как поговорил, может быть, есть еще что-то. Понял, хорошо. Договор книги. Ваш покровитель дарует вам гримуар, называемый книгой теней, позволяющий творить заклинания наставления, язвительная насмешка и терновый хлыст. Язвительная насмешка. Фамильяров. Квазит. Оскорбляет существо, оно получает помеху при следующем броске. Притягивает цель, притягиваемая цель не может быть огромного размера. Так, наставление у нас есть. Ну давайте вот это. А, нет, у нас тоже это есть. Давайте насмешку возьмем. А, это все вместе. Это все вместе. Давайте так. И у нас еще у паладина уже уровень. Ё-моё, чё так жестко? Уже третий уровень. Так. Паладин, пока просто прокачиваем все. Так. Вы получаете одну ячейку заклинания от первого круга, который восстанавливается после долгого отдыха. И еще ячейку второго круга, я так понимаю. Так, ну-ка давай он уже ушел, да, пока мы тут прокачивались? А нет, вон он. Ну хоть солнце теплое. Полежу, полежи, погрейся, тебе понравится. Акуна Матата, да. Тимон и Пумба. Полынь. Нюх-нюх. Бросит рыбину рядом с подъемником. Хочет просыпаться. Давай посмотрим. Подъемник.
Так. Нас тут не захейтят, надеюсь. Ты что здесь не... Ой, Уилл. Зайдешь, нет, брат? Так, белочка. Да ё-моё, да... Гонись. Майндгейминг. Уйди. Белка кидается к твоей ноге и вонзает в нее зубы. Пнуть ее. Успокойся, свой. Это еще что было? Свои без приглашения не вламываются. Чего? Багбер-убийца. А сейчас мы на 27, как его сейчас добавим? На 13, ладно. Я понял, да, я понял, что теперь, что это не она напала, а что вот этот вот друг наш. Так. Так, что тут у нас? А, не хочу, жестко. Хочу что-нибудь другое. Ослабляющий удар, пронзающий удар. Давайте пронзающий удар сейчас добавим. Критический промах, понял. А теперь уже не нормально, да? Все нормально. Так. На нас. Щит веры. Все, улетел. Улетел. Яд, ладно. Моргенштерн, не хочу. Это тоже не хочу. А белка убежала, да? Давайте поговорим сейчас пока что. Я так понимаю, тут... Или нет? Окрестности. Все, давайте посмотрим здесь, что есть. А мы здесь были. Вон белка. Просто белка, я думал, что она убежала. Что тебе сказано? Ой, пойди прочь. Вонючка. Какая сранка. Take you. Ну, мужчина, что ты все время отстаешь, я не понимаю. Пускай нас. Приветствую, кричит там. Погоди, этот двуногий записывает мой рассказ.
Я далеко от дома. Разряженный человек начинает писать, и медведь заглядывает на страницу. Он хмурится, на листе в окружении неразборчивых закорючек красуется грубый набросок медведь, потрошащий группу стифлингов. Ну что с дела? Все друиды меня понимают. Ты меня понимаешь, а человек с пером, то почему не может понять меня? Я много странствовал. Человек задумчиво кивает, адресовывает еще одну оторванную конечность. Так. О, мой добрый друг. Вы же были там у ворот. Когда напали гоблины, вы видели их вблизи? Пару вопросов, если позволите. Моя любезность ненасытна. Хорошо, спрашиваю, мое безразличие не менее ненасытно. У меня нет времени на твой вопрос. Восторг. Итак. Как бы вы описали эту конкретную породу гоблинов? Размер, происхождение, отличительные черты? Ты без труда припоминаешь, как выглядели гоблины. Ничего себе, интеллект сработал. Это были самые обычные гоблины. Бичеватель впереди, а по бокам буяги. Гоблин как гоблины, совершенно обычные, мерзкие, подлые. Дать точное описание. Были редко радужного окраса и стреляли из магических духовых трубок. А дракон, которого они вели за собой, относился ли он к латунному подвиду или серебряному? Дракон, не было никакого дракона. Очевидцы не заметили бесспорного присутствия дракона. Журналюга вонючий. Последний вопрос, я и наконец-то от вас отстану. Нападавшие взывали к некому Абсолюту, когда штурмовали ворота? Я расспросил одну из них, короче, сплетницу, что держит в этом лагере. Она сообщила, что они отреклись от своего божества Маглубиета, и теперь поклоняются Абсолюту. Скандал. Гоблинские суеверия не стоят того, чтобы переводить на них чернила и пергамент. Придержать язык. Как бы то ни было, я сейчас собираюсь к ним в лагерь, и наконец-то будет повод поговорить на гукляке. Не зря же я его столько учил. Осторожно, гоблины не славятся благодушием. Постой-ка, насчет того, о чем мы раньше говорили, я при чем тут дракон? А что тебя вообще привело в эти дикие края? Дракон украшает любую историю. До встречи. Ну и... Подождите, а можно за нашего Уилла сказать ему, что ему медведь говорил? Не пора, всего и на лучшего, друг мой. Пока. Куда ты теперь? Я вам все расскажу, если вы любезно ответите мне на пару вопросов о гоблинах, которых видели у ворот. Уйди. Так. А кто из них-то? Инве. Тахан. Харик. Элвин. На картах, наверное, да, это все отмечено? Кага, вот она, Кага здесь, да? А, Кага. Кага. Дверь. Опа, изумрудная рощица. Простите меня, говорит девочка.
Отпустите меня, я больше не буду. Это безумие, Кага. Она всего лишь кто? Рат? Воровка? Отрава? Угроза? Я посажу под замок дьявольское семя. И изгоню всех чужаков прочь. Воровка, отрава, а поконкретнее. В чем действительно провинилась эта девочка? Зачем сажать ее под замок? Она совсем ребенок, бездействует. Стражники мне передали, что ты хотела видеть меня. Она паразитка. Она ест наш хлеб, пьет нашу воду и вместо благодарности крадет нашего священного идола. Рат, посади ее под замок. Пусть ждет завершения обряда. И сиди смирно, дьяволица. Тила нервничает. Послушай, Кага, мы же вернули идола. Разве не... Делай, что я говорю. Природа, разве гармония для друидов не превыше всего? Засадив девочку в клетку, ты нарушаешь природное равновесие. Отпусти ее, я прослежу, чтобы она больше не бедокурила. Паладин убеждений, я слуга правосудия, поведай, в чем обвиняется это дитя, я вынесу справедливые рассуждения. Обнаружение мыслей. Блин. Хорошо. Так. Хорошо, рассуди же нас. Мой круг оказал милость этим чужестранцам. Мы кроили их и насытили их чрево. Что же было с наградой? Эти дьяволы привели сюда орду гоблинов, а их отродье украло святыню, что могла защитить нас от нашествия. Святыню мы возвратили, бестия же останется в клетке до тех пор, пока защитный обряд не будет исполнен. Есть что сказать тебе свое оправдание, дитя? Мне было страшно, они сказали, что когда обряд будет завершен, нам придется отсюда уйти. А там гоблины и еще кто похуже, а здесь так мирно, красиво. Вот я играла, украла идола. Я подумала, может, тогда нам не придется уходить. Пожалуйста, отпустите меня, я буду хорошо себя вести, пожалуйста, я обещаю. Каков твой приговор? Правосудие без милосердия, пустой звук, отпусти ее. О, хорошие слова. Отпустите ребенок, она сделала, что могла, чтобы загладить вину, да и святыня снова у вас. Клетку ее. Это уместная кара за подобное преступление. Мера прискорбная, но временная. Пусть посидит под замком. Отпустите ребенка, она сделала, что могла, чтобы загладить вину. Да и святыня снова у вас. Правосудие без милосердия, пустой звук. Блин, мне нравятся два варианта. Давайте вот это. Убирайся, воровка. Моя великодушие не беспредельно. Опа. А чё, ей больно? Спасибо тебе, Кага. Хальсина здесь нет. И не поминай его имя, а то Тила прокусит тебе язык. Хорошо. Так, а что с тобой, девочка? Не, знаком взгляд. Этот взгляд. Тебе любопытно, чего раньше я терзалась болью. Давай сейчас и поговорим об этом. Просто старая рана, которая иногда болит. Ничего особенного. С личинкой это точно никак не связано. Говорю на случай, если у тебя разыгралось воображение. Это просто то, с чем приходится мне жить. Сильно болит. Ты уверен, что это не связано с личинкой? Перевести разговор? Если честно, очень. Но всегда быстро проходит, так что я справляюсь. Что там за история с твоим странным артефактом? Хочу поговорить, что там, что с нами происходит, пока что нам лучше разделиться. Так, Агейл, что хочешь сказать? У этой женщины больше яда в сердце, чем у змеи на клыках. Но как бы там ни было, девочка спасена. Как даже и получать прощение за ошибки, как не в детстве. Устраивать полезное, показанное судилищное ребенку чудовищно. Хорошо, что мы вмешались. Прощение ничего не значит, если она не будет учиться на своих ошибках. Похоже, за тобой тоже водятся грешки.
Совершенно с тобой согласен, девочка поступила дурно, но ее проступок не страшный грех. Там волк, смотрите, какой огромный. Сейчас поговорим. Прошу тебя, уходи. Наше гостеприимство есть пределы, и они давно нарушены. Уилл? Опять не пойми, кто приходит мне докучать. И что дальше? Гонять меня будешь? За хвост подергаешь? Орать будешь так, что у меня голова лопнула? Успокойся, никто тебя не тронет. Кто тебе докучает, я их проучу. Мне лишь хотелось дать тебе свой запах и оставлю тебя в покое. Молчи, твоя помощь тут не требуется. По крайней мере мне. Козёл. Волчара. Покой друидов, а где? I see you. Just give me a moment. Могу тебе чем-то помочь? Терпеливо ждать. There. Вот. Теперь все только от нее зависит, выживет она или нет. А, была райная птичка. Ну так что тебе нужно? Мне нужна помощь. Немедля, мне нужно исцеление, и надеюсь, я здесь его получу. Ты достаточно смыслишь в своем деле, чтобы получить разумных существ или только зверушек? Я делаю, что могу. Большинству этому хватает. Дай-ка на тебя посмотрю. Да вроде бы ничего особенного, глаза, может, немного усталые. Даже не знаю, как сказать. У меня личинка в голове. Это не просто усталость, мне что-то заползло в глаз. Личинка? Личинка свежевателя разума? Ты не знаешь? Сможешь мне помочь? А что, есть какие-то другие? Мне лягушка в глаз не запрыгивала. Я сделаю, что смогу. Пошли со мной, возможно, я смогу помочь. The bird says nothing, only the sound. Let's move. Wonder if the guards are watching me. Head on in. Главное сейчас на какой-нибудь случайно не нажать. This one had the same problem as you. У это была та же проблема, что и у тебя. Он напал на нас в лесу и вместо гоблинов. Вскоре после этого из его головы выползла личинка. Я заражен тем же паразитом, что и он. Мне бы какое-то менее радикальное лекарство. И ты убил его и разложил на столе? Что теперь свежеватель разума каждого второго ловит? Наставник Хальсон прямо онемел. Говоришь, что да. Сейчас будет вот эта штука и в глаз тыкать. Поэтому он отправился в поход с искателями сокровища, выяснить, что происходит. Какая жалость, что с тобой встретилась я, а не он. Он разбирается в этих тварях. Он их изучал. Ладно, выход есть всегда. Тебе не обязательно оставаться здесь. Эта процедура мне очень интересна. Прошу тебя, не обращай на меня внимания. Ладно, посмотрим, что тут можно сделать. Что это за растение? Оно мне поможет? Давай уже лечи меня. Она не отвечает. Ты чувствуешь, что она колеблется? Что-то тут не так. Возможно, но не будем торопить события. Опиши мне свои симптомы. С тобой не происходило ничего с необычного. Мапич, привет. Сейчас кританул. У нас тут 30 урона в малютку гоблина. Было вкусно? Прикольно. Неплохо, неплохо. Ну, паладины не зря получается самый популярный класс. Я думал, что наоборот, что они будут непопулярны. Ты от меня что-то скрываешь. Я могу соединить свой разум с разумом других зараженных. Я выпал. Я рассказал все, что тебе нужно знать. Верь мне. Я хочу тебе помочь, но если ты не поможешь мне, я бессильна. Итак, не происходило ли с тобой в последнее время ничего необычного? Что-то
Я выплыл с летающего корабля, но что-то поймало меня и не дало разбиться. Со мной заговорил пожиратель интеллекта, причем так, словно я был одним из них. Ничего необычного не было. Жертвы паразита могут опознавать друг друга. Разумеется, другие могут и не осознавать, что заражены. Как ты умудрился подхватить паразита? Хальсин был бы счастлив, узнав, откуда ты расходится эта зараза. На корабле свежеватель разума. Они похитили меня и заразили личинкой. Я не знаю, когда я очнулся, он уже был у меня в голове. На корабле свежеватель разума? Наставник Хальсин был уверен. В общем... Ты был со мной честен, так что я тоже расскажу все как есть. Ты опасен. Если превращение застигнет тебя здесь, нам всем конец. Но сердце у тебя, похоже, доброе, так что ты заслуживаешь шанс. Она хотела нас убить? Вот тебе флакон яда Виверны. Клянись мне, что выпьешь его при любых симптомах превращения. Ксюха, привет. Я думал, ты обещала меня излечить, нет? Этот твой шип разве не для этого? Мой шип, он отравлен смертельным ядом. Его я перепасла на крайний случай, если поняла, что тебе нельзя доверять. Прикольно. Я не могу тебя излечить. Прости, что пришлось тебя обмануть, но я не могла быть с тобой откровенно, не убедившись, что ты не представляешь опасности. Ну что, даешь ты слово или нет? Даю, конечно. Надеюсь... До этого не дойдет, но спасибо тебе. Вот. Кому-нибудь подсыпем, кому-нибудь отравим. И все-таки в голове не укладывается, сколько лет я занимаюсь целительством и ни разу не сталкивалась с целительским заразой. Тут внезапно один за другим десятки случаев, может даже больше. Мы с наставником Хальсоном пытались наблюдать за ним, изучать, разобраться, что вообще происходит. Потом приходит, вот идет там. Потому что симптомы заражения уже давно должны были начать проявляться. Вы все должны были превратиться в элитидов, но не превращаетесь. Если закрыть глаза на странные новые способности, внешне с вами все в порядке. В каком смысле должны были? Но что-то уже об этих паразитах вам удалось выяснить? Просто скажи, что можно мне от этого излечиться или нет. Элитиды размножаются, заражая других своими паразитами. В прошествии 7 малоприятных дней жертва превращается в нового элитида. Хотя в твоем случае твоя личинка отличается от всех, что попадались нам раньше. Это вроде бы такая же личинка, но она наделяет тебя силами, телепатическими способностями и не превращает в элитида. По крайней мере, пока. Хочешь сказать, это лишь вопрос времени? Так это хорошо? Возможно, хорошо, хотя мы много еще не знаем. Зараженные, такие как ты, стекаются к старому святилищу Силуны. С какой целью, теряюсь в догадках. Как наставник Хальсина услышал, что искатели сокровищ отправляются в те места, он решил, что это шанс найти ответы. Но что бы он там ни нашел, обратно он уже не вернулся. Чем я могу помочь? Ну и что, отправляйся за ним, и ты отыщи. Видишь, я уже посылала за ним птиц, но те места кишают гоблинами. Никто из нас туда не проберется. А вот ты ведь один из них. Ну, формально. А вот кто зараженных же собственным паразитом, короче, все будет нормально. Если ты отыщешь Хальсина и выведешь его оттуда, мы узнаем то, что удалось узнать ему. И, возможно, сумеем спасти тебе жизнь. Отыщу как... Короче, ты предлагаешь мне рискнуть жизнью ради довольно-таки расплывчатой перспективы излечения. Thank you. Роща будет перед тобой в неоплатном долгу. Ну да, может быть, ты говоришь не закрывать рощу, что ли? Все, что я знаю точно, это то, что они отправились к старому святилищу Силуны, и что назад наставник Хальса не вернулся. Удачи тебе там. Если дела пойдут плохо, вспомни о флаконе. Вспомни о своем слове. Это сосудище, что ты есть, посмотри его внимательно. Better a quick draft than seramorphosis nonetheless. We're a long way from a measure that drastic. A very long way.
будет еще прохождение золотого лютого злодея. Слушай, если я пройду, это будет вообще успех до конца. А так, да, вообще хочется пройти какой-нибудь прям вот какого-то, за какого-то супер мерзкого чувака какого-нибудь. Хотя вот мне в таких играх всегда хочется поступать правильно. Мне прям тяжело. Мне тяжело быть козлом. Вы рискагой, кстати, пойдемте поговорим. А вот она. Ну скажи, не стесняйся. Ты считаешь меня чудовищем? Monster. Какое же ты чудовище? Ты хуже. Скорее уж демон. Только чудовище может угрожать ребенку. Когда ощущаешь своих, иногда без жестокости не обойтись. Откровенно говоря, мне просто хотелось посмотреть, чем все кончится. Сперва ты вызываешь к милости, потом изрекаешь истину. Надо же, тебе дважды удалось меня удивить. Увы, но время милости истекло. Гадюка уже показала клыки. Она должна защищать свой выводок. Ладно, все же это не имеет значения. Идол Сильвануса вернулся на место. Обряд возобновлен. Мы запечатаем рощу, укроемся от опасности и избавимся от чужаков. Этот обряд должна быть очень сильная магия. Зевлор уверен, что его сородичи погибнут в дороге. Поступай, как знаешь, это вообще не моя забота. Потянуться за оружием. А если они останутся, погибнут те, за кого отвечаю я. Ты отлично показал себя в бою у ворот. Сразу видно, что ты опытный наемник. Иди к Зевлору и предложи ему сопровождать его толпу. Выведи пришлых за пределы рощи. Они наверняка тебя щедро наградят. Как она ловко, да? Они должны уйти отсюда к последней молитве. Если нет, гадюка нанесет удар. Просто поговорить мало. В этой истории может быть лишь один конец. Пришлая гниль будет вычищена, а роща закрыта навеки. Ну, типа, ладно.